эвакуация, ребят. Эвакуируемся. Эвакуация из торгового центра. Вот, прошу заметить. Видите, еще раз говорю. Этажи под большим общим потолком. Это, знаете ли, очень правильное архитектурное решение. Кстати, меня всегда поражали высокие цены на чемодан. Это же надо. По идее, почему-то это у меня в голове не укладывается. Я считаю, что чемодан не должен стоить ничего, раз человек хочет сложить вещи и ко всем чертям куда-то деться. Еще за это деньги брать. За это деньги надо платить. Правильно? То есть чемодан должен быть не просто бесплатный, а должны доплачивать тебе за то, что ты берешь чемодан. Поскольку ты же свалишь. А только этого и нужно человеческому обществу, чтобы ты свалил. И, как говорится, больше ничего ни у кого не просил. Как говорится, избавил всех от своего назойливого присутствия. Правильно или нет? Что, возьмем тест на беременность у девушки или как? Она мне и не предложила. Видимо, по мне все-таки видно, что я мужик. Ну ладно. О. Молодежь, смотри, елка вращается, а? Вообще, блин. Вот такого я еще не видел. Называется «Догони елку и поимей новогоднее счастье». Ух, все, сейчас перелетик, вон туда прямо. Дальше поиграю на скрипке, а потом буду дальше делать вид, что я занят каким-нибудь важным общественно полезным делом. Фу, блин, руки сразу отмерзают. Эх, ну все лучше, чем ужасная жара в Израиле.